Я уже закончила работать. Отвела уроки и все. Логопедия. Какие люди и без охраны. Привет. У меня все хорошо. А у вас? Мой палец все хорошо, зажил почти. Восстанавливается. Я с Минска. Ну, сама с Бреста. РБ. А ты что в школе делаешь? Учусь. Я ученица. Конечно же, в Минске. Как учителя? Я бы не сказала, что учителя есть зависимость какая-то. А где все? Уроки уже закончились. Какая разница, где все? Я-то тут. Потому что мне нравится Минск. Мне лично, по ощущениям, уже приехала. Куда приехала? Да. А если... Почему ты не дома? Потому что мне нужно посидеть еще в школе немножко. Я всегда задерживаюсь подольше и остаюсь. Делаю какие-то задания, потому что если я приеду домой, я их не сделаю. Да, сама родом из Бреста. Поэтому я предпочитаю лучше остаться в школе, доделать что-то и поехать. Вот так. Сегодня есть шоколадка. Я по сладкому. Что-то в последнее время я прям налегла на сладкое. Ну, вот так. Сейчас такой период. Ну что, делать больше нечего. Да. Поэтому, ну, не знаю, кому какой нравится. Просто что ты приходишь, ты устаешь, ты кушаешь, а тебе уже ничего не хочется. Хотя дел куча. Я сижу сейчас, задание по универу делаю. Нет, Минск мир мне не нравится. Я там даже себе бы квартиру не купила бы. Да, я еще и учусь. Я уже сделала кучу заданий. Поверь, у меня есть деньги на квартиру. Угу. Хорошо, пусть будет так. Значит, у меня нет денег на квартиру. Тебе же виднее.
Я сама с Бреста. Живу в Минске. Спасибо. Тима, я тебя обожаю. Понятно? Все ясно теперь? Вопрос закрыт? Я не минчанка, я брестчанка. В каком классе? Я хожу в 9 класс. Это не у тебя, это у него. Ну, получается, будут у меня тогда. Если он мне даст, то что у меня уже получается, правильно? Я уже получила диплом. Учусь я в магистратуре. Так что вот так. Почему я так много сладкого начала есть? Буду толстая. Тебе ничем, нечем заняться? А, типа то, что я пошла учиться в магистратуру? Как видите, мне нечем заняться. Что за город? Город Минск. Тима в деле. Мне 21. Скоро 22. Работаю я всего лишь сколько? Декабрь, 4 месяца. И уже есть результаты, успехи. У меня у всех детей поставлены звуки. Просто все. Я в шоке. Я сижу такая, смотрю, я не верю, что я это сделала.